Поворот видео. Если вам нужно повернуть видео на 90, 180 и так далее градусов, нам нужно обратиться к видеоэффектам. Есть еще один способ вызвать рабочее окно видеоэффекта. Двойным щелчком левой клавиши мыши нажимаете по нужному вам фрагменту, который нужно перевернуть. У вас вызывается вот такое окошко. Слева в меню вы выбираете последнюю кнопочку, которая означает «Добавить эффект к видеоклипу». Вот, как вы видите, вызвалось наше рабочее окно с нашими видеоэффектами. Для того, чтобы повернуть видео, вам нужно выбрать эффект «Поворот». Выбрать его левой клавишей мыши и нажать ОК. Слева у нас появился наш эффект. Далее, в правой стороне, вы можете как в заготовках в окошке нажать на стрелочку левой клавиши и выбрать поворот вправо на половину диапазона или поворот влево, либо на шкале поворот. Зажав бегуночек левой клавишей мыши, поворачивать как вы хотите по кругу. Можете в этом окошке вписать те цифры, которые вам нужны. После того, как вы ввели цифры, например, 180 градусов, нажимаете Enter и смотрите, как ваше видео изменилось. Сверху у вас находится размер по горизонтали, по вертикали. Зажав бегуночек, ваше видео растянется по горизонтали или по вертикали. Уже смотрите желаемый эффект. После того, как вы сделали все настройки, вы просто закрываете рабочую область.